О другом нашем новом оружии говорил Владимир Путин. Вы помните, он был сегодня в Стамбуле, а сейчас уже в Сочи. Проводит первое из серии совещаний по военной тематике. Президент заявил, Россия не оставит без ответа выход Соединенных Штатов из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вновь подчеркну, мы готовы вести диалог с американскими партнерами по этому ключевому вопросу. И надеемся, что они отнесутся к этому с полной ответственностью. Потому что решение Соединенных Штатов о выходе из названного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны. Напомню в этой связи, что когда Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из договора по противоракетной обороне, мы тогда открыто и честно заявили, что вынуждены будем принять ответные меры. Так и было сделано. Теперь у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолевать любую систему противоракетной обороны. Надеемся, что здравый смысл и взаимная ответственность лягут в основу давно назревшего диалога по вопросам стратегической стабильности и укреплению системы коллективной безопасности.